Насыщенный бирюзовый оттенок в ушках придает сияние коже. Молодит. Но ведь правда, это любая факт. Женщина будет выглядеть элегантнее и изысканнее. Итак, кстати, я вот уже Надя померила. А мой цвет волос, твой цвет лица изменился? Вот скажи. Посмотрите сами, дорогие телезрители, и вы сами ответите на этот вопрос. Бирюза магическим образом преображает нас и дарит нам женственность, нежность кожи, абсолютно помолодевшее лицо. Смотрите, какое гладкое. Надя, надо срочно тебе приобретать. И посмотрите, какие изысканные, нежные цветы украшают теперь и ушки, и пальчик. Знаешь, сначала я думала, что это просто какой-то комплект на лето, чтобы облегченный вариант украшений носить каждый день. Но теперь я понимаю, что идет безумно и блондинкам, и шатенкам. И главное, что это готовый комплект. 3350 рублей – это стоимость сережек. И, конечно же, добавьте к ним кольцо. Вы не пожалеете. Посмотрите, какой восторг. И посмотрите, вот Надежде так идет и цвет, и, конечно же, сочетаемость бирюзы и фианитов. А я еще хочу сказать о бирюзе. А ты знаешь о том, что бирюза – это самый счастливый камень. Он привлекает счастье, он энергетически самый сильный. Даже он в этом плане сильнее, чем аметист. То есть, подожди, если я приобретаю бирюзу, я могу уже не покупать гороскопы, не читать, потому что я уже защищена этим камнем. Серьги Леонида, которые держат сейчас в руках на наша Оленька, 3350 рублей, и это за натуральную бирюзу, за такую россыпь фианитов, которые ничем не отличаются визуально от бриллиантов, вы только полюбуйтесь. И главное, берите комплектами, берите серьги 3350, и чтобы получить бесплатную доставку, конечно же, к ним еще и кольцо Леонида. Набирайте номер, поднимайте трубку, звоните, общайтесь с нашими операторами. Ну и, конечно, я еще расскажу, что и серьги, и кольцо Леонида, бирюза, подходят женщине абсолютно в любом возрасте. Если вы женщина постарше, женщина с опытом, носите бирюзу, она визуально омолаживает, вы достойны выглядеть красивой, молодой, свежей. И за это позаботится об этом именно бирюза. И, конечно же, мне нравится то, что это не просто серебро и бирюза, это сочетание фианитов и бирюзы. Ну что же я все на себя, да на себя тяну одеяло? Ведь наша Оленька стоит и скромно помалкивает, а ведь она, как я, как наша модель, уже давно примерила на себя этот комплект. И я могу Оль сказать, что на самом деле универсальное украшение, потому что посмотрите, милые телезрители. Однозначно. И Оленьке идет, и мне идет, и модель наша изумительна. Оль, правда? Я хочу сказать, что я обожаю бирюзу за ее оттенок. Вы посмотрите, вот я сразу вижу, у меня цвет кожи стал более нежный, прозрачный. Посмотрите, как кольцо идеально сочетается с серьгами. Идеальный вариант и в качестве подарка. Кстати, обратите внимание, вы можете сделать подарок любимой сестре, дочке, маме, да кому угодно, потому что я подойдет думаю, всем. Я думаю, что любая женщина обрадуется этому. Ну, вас, конечно же, порадует цена, потому что 3350 рублей. Вы знаете, в новом году с нашей ценами, это не стоимость ювелирных украшений, правда. Но отправьтесь в любой ювелирный магазин, конечно, вы увидите, что стоимость гораздо выше. Но мы делаем вам подарки. Мы, это телеканал Shopping Show, мы дарим вам эту радость, мы дарим вам украшения из серебра и бирюзы. Берите весь комплект, потому что тогда вы сможете оформить бесплатную доставку. 3350 стоимость серег и, конечно же, есть еще кольцо. Запишите Леонида. И посмотрите, я сейчас демонстрирую паспорт. Каждое изделие драгоценное обязательно имеет паспорт. Здесь указан вес почти 6 грамм. Увесистые, кстати, серьги. А вот скажи, поделись ощущениями, тяжелые они? Нет. Вот. Нет, я их не ощущаю, хотя они выглядят крупными. Вы посмотрите, вот сам камень, сейчас хочу обратить внимание, ведь он не маленький, он большой, объемный, высокий. Плюсом у него изумительная, я для себя открываю эту огранку. Я не знала, что бирюзу можно так огранить в шахматном порядке. И это важно, посмотрите, это украшение, с одной стороны классика, а с другой стороны, за счет огранки, это современное дизайнерское изделие.